На ресторане Emma Storch знак на нескольких языках. Здесь рады беженцам. Такие знаки можно часто увидеть на ресторанах и лужайках у частных домов в Америке. Здесь учатся кулинарному мастерству беженцы и жертвы торговли людьми. Еда – это универсальный язык. Мои воспоминания о том, как я училась готовить с моей мамой и бабушкой здесь, в городе Потомак, в Мэриленде, не так уж сильно отличаются от чьих-то воспоминаний о готовке с бабушкой в Буркина-Фасо. И это может стать отличным инструментом для социальной интеграции. Emma Storch открылся в 2017 году как временный ресторан, а потом Керри объединила усилия с шеф-поваром Александром Харрисами, и они создали 8-недельную программу для группы до 10 человек, в которой они объединили курс английского языка, тренинг для работы в ресторане и приготовление местных блюд американской кухни. Среди наших студентов много женщин, у которых вообще раньше не было возможности учиться или работать вне дома. Мы помогаем им понять, что они могут сами положиться на себя, и мы их поддержим, но это их путь. Почти все выпускники программы нашли постоянную работу в ресторанах. В этой группе есть ученики из Ямайки, Гаити, Центральной Африканской Республики, Гвинеи и Гондураса. И это всего третий день занятий. Марика Беккет из Ямайки, и она единственная в группе, кто говорит по-английски. Я хочу попасть в хороший ресторан. Я не говорю, что это плохой ресторан, но я хочу попасть в настоящий, не учебный. Это всегда так удивительно. В первый день ты думаешь, ну, не знаю. А потом на выпуске этот человек знает и умеет все, что должен знать повар.